На завтрак у нас сегодня будет вот такой летний салатик, я приготовила с помидорками, с капустой и огурцами. А здесь я приготовила кашу рисовую с овощами и с курочкой. Парует еще горяченько. Сейчас еще чаечек сделаю и будем кушать с Андрюшкой. Всем привет, ребятушки, это наш новый вложечек. Мы с котиком сейчас и всей семьей приехали на ВДНХ. На выставку идем. Да, животных, которые там, их там строение, там скелета, мышцы. Скажу сразу, что животные умерли своей смертью, это чистая наука. Вот наши мамы идут прямо. Красиво. Ирочка, ой, как красиво на ВДНХ. Вот уже Новый год полным ходом. Все украсили так красивенько, на машинках катаются, качели тут такие. Классно. Тут такой у нас страус большой настоящий. Ого. Сохранили все мышцы. Под стеклом все, конечно же, закрыто. Ну, а тут самое интересное, смотрите. Это, мне кажется, человеческое тело. Ножки. Вот это да. Мужчина. Вот это сохранили. Человеческое тело. Боже, как живой. Покажу вам последний реквизит. Тут у нас такая жирафа большая. И все. Все остальное вы должны сами увидеть, прийти сюда. Сидим мы такие со Снежкой, в общем-то. А смотрим, а машинка-то знакомая по рисунку. Это Magic Five тут, в общем-то, на льду гоняют. У них раз съемка там происходит. Не будем сейчас в кадр сильно влазить. Ну, красивые колесики. Сделанные, в общем-то, с подсветкой. Заточили полностью со своей наклеечкой. Не, пацаны красавчики. Вот и BMW X8. Кто ее знает. Тоже у ребят. У Димы находится эта машина. Всем добрейший вечерочек, ребятушки. Это наша рубрика «Распаковка». И ваша любимая рубрика, кстати. Начнем мы с того, что я читала ваши комментарии предыдущие, все такие пишут: «Боже, как Чент издевается над Снежкой, ебу колготы!» И что, скажи, мне жалко было, напомню. Штаны жалко! Мать моя жизнь! Я понимаю, что у некоторых, короче, надо немножко разъяснять, я понял. Короче, буду говорить, сейчас, внимание, начинается шутка! Потом я что-то говорю, шутка закончена. Потому что я смотрю, многие реально восприняли всерьез, думают: блядь, смотри, как он унижает ее, апсы. Купил фен, как бы китайский, поменять не жалко, а штаны ему жалко, а, бля. Ребята, просто бывает вот так, типа, создаем контент для вас, мы же должны со Снежкой, вы что думаете, что я там за штаны, я там сижу, блин, попугай упал даже в шоке. Андрюшка шутит. Вот, поэтому, если что, я понял, для самых таких, ну, одаренных буду, как бы, говорить. Внимание, шутка, Снеж, что ты купила, а? Ну так, давайте сейчас распакуем, в общем-то, кулек Сашана. Шутка. Нахрена кице столько еды? Ну, мы к Новому году готовимся. Оливье скоро будем готовить. В смысле оливье? Котик, для тебя. Ты всегда видела и меня. Шутка закончена. Оливьешечку для тебя, котик. Даем кулек. Итак. Сок сочный, Вася. О, какой Вася сочный. Да. Любишь сочный томат? Томатный сок мой любимый. Я вспомнил этот. А я томат, да? Вместе ми фруктовый сад. Сад. Сочный томат. Панский рис, Вася. Панский. Mm-hmm, да. Длинный. Понянка, понянка, селянка. Длинный. Это понянка. Понимаешь, длинный? Ну, длинный это хорошо. А вот сметану взяли, селянскую. Понятно? Понянка, селянка. Понимаете фишку, бля, да? Понятка, селянка. Кто любит барышня-христианка, правильно? Это вот, это вот, понимаете, да? Чувствуете? Потом мы взяли, знаете, что еще? Филадельфия. Да, понятку, селянку с Филадельфией. Филадельфия, понимаете? С Филадельфии приехала. Три раза приехала. Три Филадельфии. Три Филадельфии, Снежка будет делать роли на столе. Да, будем делать роллы домашние и оливьешечку. А потом взяли у Вася наша любимая паста Легия. Это эти рожки, рожки. Легия. Просто это какая-то полная Легия. Рожки? Ты любишь Легия? Угу. Мы обожаем Легия.
Я когда поем, я обязательно регеря делаю. Давай, котик, дальше. А потом взяли опять веник в баньку, потому что мы предыдущий съели, когда надо взять новый. Не дошел он до баньки. Это у нас бантики, да? Бантики тоже фирма регеря. Ну, чтобы разные были регеря. Котик, аккуратно, потом яйца, и там яйца. Какие яйца? Буженина, блядь. Ай, буженина и яйца тоже. Спас. American style. Майонез. Ну какой же этот оливье без майонеза? Это самый вкусный майонез. Раньше он был вкуснее. Они засранцы. Да, вкусные, они экономят. А потом взяли и вообще... Когда первый раз он был сильно такой прям вкусный-вкус, да, как в Макдональдсе. Даже шинка, вкуснее. Щинка просто. Какая жинка. Это с этого будет оливьешечка с этого. Какая жинка написана. Щинка деликатесно копчено-вареная. Вообще делают... Жарили ее и запарили. Вообще оливьешечку делают из колбаски вареной, но это будет с такого вот. Огурчики. А как же без огурчиков? Соленых таких, как будто бабушка их завалила. Да, тоже в оливьешечку. Взял апельсинчики. Mm-hmm. Потому что мандаринчики сейчас какие-то кислые немного. Мне лично попадали. Ну, дружке не понравилось. Дальше снова регеря. А это галушки. Галушки. Приправа куриная. Галушки недорого стоят. Приправа куриная. Внимание, шутка. Снежки просто закончилась пена для бритья, чтобы брить свою. Нет, котик, это для тебя. И мы решили взять. У меня есть! И мы решили взять их жилет. Шутка закончена. Взял, короче, ребят себе, чтобы подбрить себе между этим. Подмышкой. Угу. Чтобы подмышками не терло. И под жопкой. Не смешно, бля. Это была не шутка. Приправа куриная. Еще три приправы. Но это еще не все. У нас два пакета. И мы думали, что мы и так в Ашан сходили и все? Нет? Ой, что? Что такое? Ты купила, Денис? В смысле? А-а-а! Бля, я думаю, нифига себе. Снежка просто поставила рис это уже варить. А я такой смотрю, типа, думаю, нифига себе рис купили, бля. Одна пачка, должно быть 4. Думаю, по-моему, у нас где-то немножко это. У нас просто в этой вот голубой кастрюльке варится рис, а в этой большой там варится картошка на оливье и морковка. Я думаю, вот это мы лох по жизни, бля, думаю, нифига себе купили мы рис. А там птичкам кашка остывает. Дали в этот раз. Яички, иксовички. Как обычно. Написано где-то здесь, самый большой размер, бля. Размер не меняется. Написано, Христос воскрес, бля. Да? Нет, конечно. Думаю, в смысле? Большой размер. О, котик, расскажи ситуацию сегодня, как в бане было. Как в хамаме, в хамаме. Короче, пошли мы после тренировки со Снежкой попариться. Ну, там посидели мы в джакузи. Я говорю, Снежка, пойду чуть-чуть, говорю, посижу в хамаме. Ну, знаешь, какой хамам? Ну, там типа такое все в мозаичке лежит, пар. А я в джакузи еще булькалась. Да, я захожу в хамам, лежит, короче, чувак, бля, Аполлон, бля, в шортах. И без трусов. Бля, ну чтобы вы понимали, шорты настолько свободные, что у него эти семейки. Коко Шанель. И он так ноги расставил, и тупо яйцо выпало, бля. Коко Шанель. Я такой сажусь, такой думаю, ё-бля. А я сел напротив и него. И это не шутка, это реальность. И я сел напротив, ну там другого места не было. Я такой сажусь, такой думаю, блядь, я уже пытаюсь как-то в потолок смотреть. А он лежит, бля. В общем, я да, такой лежу, думаю, котик, бля. Да, я скажу, а потом ты продолжишь. А я такая захожу, закончились бульки, там выключается джакузи, оно остывает, получается. Думаю, что я буду сидеть, пойду к Андрею схожу. Захожу такая в этот в хамам, сажусь напротив, ну, возле Андрюшки сажусь, а там же такая же картина. И я такая не знаю, как Андрею сказать мне, то есть типа и стыдно. Ну потому что людей типа не сильно много, и там скажешь, да, типа я... куриню яйца торчат, все услышат. И я, короче, прикрылась рукой и начинаю смеяться. А я-то понимаю, что он ржет, и я такой, иду. Я говорю, ты видел? Видел? Просто, я не знаю, что учет. Может он экс-бица, не поняли. Ну тупо шорты свободные, яйцо висит у него. Да, я вообще в шоке была. Такого первый раз в жизни увидела. Мне кажется, он это любит картина, свои. Это картина маслом была. Свои Excel показывать. Ой, короче, картина была такая. Я просто лежу, мне неприятно. Я такой думаю, бля, господи, ну ладно, баба ноги расстал. Ну не мужик, бля, он так еще распихнулся. Наверное, чувак любит голиком спать. Я такой типа. Да, я уже так лежу, вверх смотрю, заходит Снежка, ржет, я такой.
Я сначала думаю, как Андрею сказать, он просто смотрит в потолок, нет, типа... Нет, да, Свете, да, да. Андрей, смотри, яйца. Я так не сказала. Если бы сказала бы. Ладно, о, Коль, картошку, пожалуйста, прикрути чуть-чуть огонь. Как ее прикрутить? Коль, прикрути. Просто на восьмерочку нажми. Чтобы это не выкипало там. Семерочка? Ну, семерочку нажми, да. Восьмерочка или семерочка? Семерочка, семерочка. Все, их пусть кипит, да. Прикрути. Не прикрути, а прижми. Прижми, там да. Там нечего прикручивать. Итак, продолжаем. Жменьку взяли, гречку. Гречку. Вот мне нравится гречка. Варить гречку, которая в пакетиках, потому что она не пригорает. Здесь тоже что брала? Рис. Нет, не брала, там все а на месте. Упаковка открыта? Ну, такая упаковка. Кто-то заглядывал в нее? Это Шашан. Да. Это Ашан, детка. Взяли горошек. Горошек, чтобы пукать хорошо. Да, обязательно. И это горошек тоже на оливьешечку. Сколько я раз сказала в этом видео оливьешечка? Паприка. Мука. Котик, аккуратно высыпается. Котик. Положи, пожалуйста, ее туда. На, возле раковины. Возле раковины. Назад. Назад. Аккуратно. Бля, а то я грязный. Взорвется сейчас аккуратно. На меня упал кокаин. Хуторок. Хуторок. Бля, тут в кульке. Я, бля. Там тоже хуторок. Ё, бля. Была бы ментовка, я не доказали бы, что это хуторок. Да, да, по вкусу. Грибная понимаю. Икра. Грибная икра. Правильно сказал? Икра грибная. А, ну да, грибная. Да. Боже, что мне кажется, как будто я говорю какую-то хрень. Верес. Молоко. Бля, опять падает, ты псик. Котик, пожалуйста, сделай нормально, чтобы все было. Это что падало? Это что? Это все майонез, китя, американский. Это все он заваливает. Потом икра баклажан. Лада сидан. Чисто баклажан. Еще одна приправа курика. Не баклажан, кабачковая икра. Как смысл один и тот же? Нет, баклажан не такая. Согласен. Баклажан не такая. Также взяли, это... Сечка взяла сахар с ароматом ванили. Писюно. 80 копеек стоит. Есть за 2 гривны писюно? И за 80 копеек. Зачем переплачивать? А есть сахар с ароматом писюно? Не знаю. Было бы интересно. Желе со вкусом писюно. Это я буду делать желе, котик, нам. Вкусненькое. Фруктовым порошком полюнисю. Напишите в комментариях, кто любит желе. Я его обожаю. Полюнисю, кто любит все-таки русских. Полюнисю. Покажи, какие вкусы я взяла, котик. Полюнися. И там еще что-то, покажи. Малина. Ягода малинка. О-о. Давай дальше. Мы с полюнисей залетаем топ. Угу. С ароматом банана. Банан первый раз взяла. И с ароматом киви. Мы, по-моему, ели киви. Угу, блин, надо будет пересосить. И с ароматом ананаса. А-а-а. Угу. Это мы будем какать долго? Да. Тут у нас этот наркопритон опять. Сахар с ароматом писюнов. Угу. Еще желе со вкусом, бля, лимон. Со вкусом лимон. Бля, я весь уже какой-то, знаете. Кучерявый, ты меня не это. Тихонько, скоро будете кушать кашку. Желе лимон и последний желе бакла-персик. Бакла-персик. Все, и тут у нас немножко этого. Муки. И сейчас нужно брать пылесос и пылесос. Оно уже все на мне, не надо пылесосить. В общем, переключаемся на оливьешку. Все, вложик не заканчивается. Да. Снежка покажет наш... Боже, мы оливьешку кушали, когда был Новый год, наверное. Да, котик просто очень любит оливьешечку. Мы когда приезжаем к моей маме, она часто готовит Андрею оливьешечку. И Андрей такой... Любит просто очень сильно. Все, короче, Снежка сейчас переходит плавненько в этот... Кулинарию. Мастер пек. Да, мастер пек. Крупу из таких пачек я пересыпаю в такие вот контейнеры, чтобы она хранилась тут. И моль не приходила к нам в гости. И гречка также. Вот сюда, в такой отдельный контейнер. Потом это все вот так накрывается. Оп, и все, плотненько все. И никаких мошек не будет, ни моли, ничего. Супер контейнеры. Это мусор. А для макарошек у меня вот такие вот контейнеры. Оп. Потом закрывается. Оп. И все. И вот так вот все хранится здесь красивенько. Сейчас еще сюда насыплю одни макарошки. Кстати, разбираю этот продукт и в Excel-яичке положили вот такое треснутое яйцо. Я не знаю, я его буду выбрасывать, потому что я его боюсь кушать. Нельзя, сколько оно здесь треснутое такое лежало. Гайки ему, короче.
Оп. Так, все подготовила для роллов. И сейчас буду уже крутить. Рис сварила, тоже заправила уксусом, немножко сахаром. И соль чуть добавила. И тут сыр Филадельфия у нас. Также листья нори. В итоге вот столько рольных колбасок получила. Сейчас это все красивенько порежу и буду угощать Андрюшку. Котик. Доброе утро. Давай кушать. Роли готовы. Оливье тоже? Нет, Оливье сейчас еще только буду готовить. Это же только сварилось все. Спасибо. Пока вот такие роллы получились у меня. Андрюшке нравится в этом кресле сидеть. Массаж делать. Андрей уснул, пока я роллы приготовила. Ну, сейчас еще оливьешечка на очереди будет. Кожуком? Ну, иди, да, если хочешь. Все, котик. Угу. А ну. Дегустация. А, как всегда, отлично. Что может еще быть? Вкусно? Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Сейчас еще оливьешечка скоро будет. Вообще. Буженинку я уже порезала вручную, потому что на комбайне она застрет. Вот, только колбаса здесь режется на маленькие кусочки, квадратики. Сейчас буду картошечку резать на комбайне, потом тут у нас огурчики, яички. Ну и так горошек закину. И еще добавлю майонезика. Вот такая нарезанная кубиками у нас получилась оливьешечка. Сейчас добавлю еще сюда немножко соли по вкусу, майонезик, и блюдо готово. Как удобно, когда есть вот такая вот штучка, это тефалевская. Сейчас поубираю еще здесь. Целая миска получилась большая. Я когда это все заправлю майонезом, накрою потом вот так вот крышечкой и в холодильничек. Очень удобная миска, такая глубокая и с крышкой. Пашаня покупали. Самое главное, чуть не забыла добавить, это у нас зеленушка. Петрушка, укропчик и зеленый лук. Все. Как говорил Дед Мороз, оливьешка готова, котик. Давай, дегустируй. Так люди напишут, о, бля, в кровати жрет вообще, бля. Ну и что? Но можно. Оливьешки не было. Дома все можно, да, котик? Пахнет. Это с буженинкой это, да? Да, я без мяса чуть попробовала, вроде неплохо было. Ты без мяса тоже делала? Сделала бы себе без мяса. Да не. Я тебя чисто сделала. Вкусненько? Ну все, тогда. Если вы тоже любите оливье, напишите в комментариях. Я думаю, все, многие любят люди оливьешку с пюрешкой. Оливьешка с пюрешкой. В общем, всем пока. С наступающим всех. Через 2 недели Новый год. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future.